Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс. И сегодня у нас в гостях красавица и первая великанша в истории Ever After High, Мэдалин Хаттер, или же Хаттер. Все мы помним, что недавно, в 2015 году, Маттел выпустил великаншу Гулёпу Джеллингтон и трех кукол из серии Frightly Tall Goose из линейки Monster High. Так вот, Маттел решил продолжить эту историю с великаншами и выпустил Мэдалин Хаттер, или же Хаттер, повторяюсь, из линейки Ever After High. Мэдалин Хаттер – дочь безумного шляпника из «Алисы в стране чудес». Может быть, именно он готовил те самые волшебные снадобья, из-за которых Алиса в сказке становилась то большой, то маленькой. Теперь Мэдалин демонстрирует такие волшебные способности. Она выросла и стала гигантом. Напомню, что недавно Мэдалин Хаттер уже выпускалась в этой серии Way to Wonderland, но теперь она стала гигантом. Коробка Мэдалин отличается от других странных чудесных коробок. Помимо выпуклого пластика в виде огромных часов, коробка Мэдалин вытянута из-за ее роста. На задней стороне коробки проиллюстрирован арт персонажа и огромный торт с ее ростом. Есть табличка «Eat me» – «Съешь меня» и наверху чайничек с надписью «Drink me» – «Выпей меня». Внизу три других персонажа, которые идут в эту серию – Apple, Лиси и Китти. Мы сейчас раскрыли куколку, впечатление хорошее. Очень понравилось, что у нее не пакли, а закрученные волосы. Также все шарниры хорошо движутся. Очень крутая рельефная подставка, действительно красиво. Когда маленькая, это незаметно, но когда она огромная, очень круто и эффектно. Еще у нее лицо сделано из жесткого пластика и, наверное, все. И, кстати, Мэдди выполнена на новом огромном теле, однако тело больше напоминает тела Monster High. Талия более тонкая, как и бедра. Кукла снабжена грудным шарниром, двойным шарниром в коленях, локтях, а также плечах. Макияж у куколки скромный, розовые тени и малиновая губная помада. Брови коричневые и градиентовые, как у кукол первой базовой волны. Волосы зачесаны на две стороны в бирюзовой и фиолетовой расцветке с кудряшками. Поверх привычный нам ободок с чашечкой чая, но в большом размере. Основа ободка голубая, а чашечка фиолетовая. Однако детали ее, вроде пакетика с чаем, не прокрашены. Сережек на ушках у куклы нет. Ожерелье голубое с камушками, и оно также не прокрашено. Платье великанши Мэдалин упрощено. Вместо рукавов фонариков у куколки розовые лямки. Верх платья окрашен в блестящий кремовый, на поясе маленький голубой бантик. Сам подол стал менее пышным и состоит не из нескольких юбок, а в виде одной юбки с имитацией нескольких слоев. Верхние малиновые с золотистыми причудливыми узорами, также бело-голубой в полосочку и черная блестящая оборочка по низу подола. Кисти большой Мэдалин окрашены в голубой и обрамлены белыми браслетами. На кистях промалвированы точки под перчатки, однако они не прокрашены. Белые колготки куклы исчезли, и вместо них ноги куклы окрашены или же отлиты в белом цвете с голубым горошком. К большому сожалению, это такая имитация. И, кстати, я заметила, что на задней стороне ноги, на каждой ноге, по две точки не прокрашены. Странно как-то. И такое ощущение создается, что это какая-то ветрянка у Мэдалин Хаттер, можно назвать Эвер Ветрянка. Ну и, конечно, если бы у нее были бы колготки, она бы существенно выиграла бы, ну вы поняли, и была бы круче, хотя она и так хорошая. Туфельки Мэдди, как и у базовой, белого цвета с загнутым золотистым каблуком. Узоры не прокрашены. Куколке прилагается малиновая огромная подставка. И мы видим, что великанша Мэдалин Хаттер в два раза больше обычных стандартных кукол. Кстати, на Комиконе 2015 Сан-Диего рядом с этой куколкой была карточка, на которой было написано: «Мэдалин Хаттер, дочь безумного шляпника, 17-дюймовая кукла».
Я совсем забыла, что пирог из страны чудес с надписью «Съешь меня» заставляет тебя расти, расти и расти, превращая в громадину. Хорошо, что у меня всегда есть мой верный чайничек с чаем. Пары глотков, и я уменьшусь до своего нормального страночудесного размера. Затем снова откушу кусочек пирога, потому что вид сверху просто сказочный. Хорошая кукла. Да, соглашусь, она немного упрощена, некоторые детали не прокрашены. Но все-таки, если приглядеться, то кукла очень-очень красивая. Напишите в комментарии, что вы думаете насчет этой Мэдалин Хэттер. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы не успели этого сделать, и ставьте ваш лайк под этим видео. Я вас всех люблю, be cool and crazy, пока!